Вітаю, це програма «Актуальне інтерв'ю». І про нашу сьогоднішню гостю можна сказати, що її під силу підкорення найбільших гірських висот та найдовших бігових дистанцій. Вона не шукає легких шляхів, ставить перед собою мету та досягає її. Навіть чоловік називає її «залізною леді». Сьогодні у нас у гостях президентка обласної федерації легкої атлетики, альпіністка та бізнес-вумен Марина Філатова. Вітаю вас, Марина. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, чи не важко бути залізною леді? І взагалі, чи погоджуєтесь ви з таким висловом? Я не знаю, наскільки я железна, все-таки я жінка, все-таки я претендую на то, що во мені є також і нежність, і слабость. Ну, наверное, я осознаю, що я делаю некоторые необычные вещи, нестандартные вещи, скажем так. Речі, які можуть зробити тільки люди дуже з залізним характером. Ви погоджуєтесь? Да, я думаю, что в том, что я делаю, на самом деле многие думают, что это какое-то железное здоровье, полученное от рождения. Нет, это неправда. Я многие вещи делаю действительно на характере. Ну, нещодавно ви підкорили одну з найвищих вершин в Андах. Це гора Аконкагуа, правильно називає її? Так. 7 тисяч метрів висоти. Так. Як ви вирішили все ж таки підкорити саме цю вершину? Да, это гора 6962 метра, но ее заслуженно все называют семитысячником. Не хватает 38 метров, совсем чуть-чуть, но по своему характеру, у каждой горы есть характер, безусловно, это семитысячник. Решилась, потому что она действительно привлекала меня очень давно, и мне пришлось уговаривать организаторов нашей группы для того, чтобы эта экспедиция состоялась. Аконкагуа не очень любят организаторы вот таких экспедиций, потому что она в бытовом плане, ну, совсем не устроена, действительно, ну, действительно, там все очень сложно с этим, но самое главное, ее норовистый характер заключается в том, что иногда, вернее, очень часто там дуют ветра, которые невозможно спрогнозировать, невозможно понять, как, если начался такой ветер, когда он остановится. И иногда альпинистам приходится подниматься до определенной высоты и уходить, разворачиваться, потому что переждать ветер такой длительный, ну, просто невозможно. Ось, бачите, це дуже великий ризик. То чому ж ви пішли на такий ризик? Я думаю, что я тоже анализировала этот момент. Я думаю, что в моем характере как-то генетически заложено вот это стремление к свершениям. Вот оно заложено. Я не то чтобы вижу в себе ресурс постоянно физически, да, как я уже сказала, делать что-то такое. Но моя психика постоянно запрашивает такие необычные вещи. Ну а что касается еще конкретно Аконкагуа, это же ведь высочайшая точка, высочайшая вершина Южной Америки. А у меня так получается, что я поднялась на Килиманджаро, высочайшую Африки. Потом Монблан, который спорит с Эльбрусом за самую высокую точку, там как границу провести по Европе. И вот теперь Аконкагуа. То есть у меня вершини йдуть, вершини континентів. Дуже цікаво. От, власному, Інстаграм, я теж його перечитала, і мені дуже сподобався ваш пост, тому я його зацитую. «Гори можуть дати вам все, но можуть і забрати теж все. Кого-то вони возносять, кого-то ламають, но і тих, і других вони многому учать. То чому ж навчили гори вас?» Некоторые из этих вещей, они очень личные, но действительно в горах, мы же на высоте, да, ходим, иногда мы просто созерцаем, акклиматизируемся, пребывая на высоте, вот для этого созерцания очень много времени бывает, и есть такая возможность поговорить с собой в отрыве от равнины, от привычной жизни, которая тебя окружает, от родных даже, от друзей. Некоторые решения приходят очень быстро, на которые, например, ты долго искал ответ. Все как-то становится очень ясным. А после Аконкагуа я не хочу... Это была совершенно особенная вершина в моей жизни. Я не хочу сейчас
какие-то бравурные вещи вам говорить, да, но мы там попали в серьезную переделку, и я видела очень близко смерть обычного человека, да, женщины, которая точно так же, как и я, хотела подняться на вершину, она поднялась на нее и погибла на спуске. Это может случиться с каждым человеком в горах, мы всегда рискуем там, независимо от того, едим мы, спим или мы находимся на маршруте. И вот когда ты видишь такие вещи очень близко от себя и понимаешь, что, наверное, ты мог бы быть в такой же ситуации, да, у тебя в том числе и с таким понятием, как смерть, складываются свои взаимоотношения. Опять же, это, ну, ты просто перестаешь бояться не в том плане, что ты завтра готов умирать, конечно же, нет, в том смысле, что ты перестаешь жить с неким страхом, что вдруг завтра что-то случится, сейчас что-то случится. Ты просто живешь и понимаешь, как много опасностей в мире, и перестаешь думать о них. О некоторых опасностях перестаешь думать как об особенных, а думаешь как о равнозначных с другими в жизни. І ще ви також написали у себе в посту в інстаграм про те, що для вас цей підйом – можливість зазирнути в себе. Хтось йде в гори, щоб зробити селфі, подивитися на себе, а ви зазирнути в себе. От коли ви зазирнули, що ви там побачили? Я увидела очень много интересных вещей. Например, скажу вам абсолютно прямо, я не хочу больше соревноваться с кем-то в определенных случаях. Да? Я бегун, например, сейчас у меня есть такое решение, я буду, конечно, принимать участие в соревнованиях беговых. Я не хочу больше работать над, не знаю, там, над увеличением своего темпа в беге. То есть для меня сейчас бег стал таким процессом, а не некой целью, прибежать быстрее. Например, у меня раньше была такая цель, и я ради этой цели иногда даже портила себе здоровье. Потом я увидела, что, например, есть некоторые вещи в моей жизни, которые я делаю сейчас, которые у меня много времени занимают, достаточно много времени. Я готова от них отказаться ради гор. Если мои цели в горах будут еще более амбициозными, мне 100% придется отказаться от чего-то, что я делаю в обычной жизни, потому что мне нужно будет очень много времени на тренировки. Я, например, ну, многие знают, я вот завтра как раз дата такая, я 13 лет как вегетарианка. Единственная причина, по которой я готова снова начать есть мясо, хотя бы временно для того, чтобы достичь там определенных параметров здоровья, это вершины. Вершины очень много значат для меня. Я становлюсь спокойнее, я становлюсь молчаливее, я больше думаю, чем говорю. Это очень многие вещи, их вот не расскажешь так быстро. Угу. А как вы адаптувалися після сходження? Бо я знаю, це дуже важко. Да, организм сам берет все то, чего он недополучил в горах. Горы – это реальный стресс. Для женщины это особенно большой стресс. Ведь ну, мало того, что мы спим в очень плохих условиях, мы очень скромно едим, очень мало едим. На высоту 6000 метров, например, это была моя последняя ночевка перед штурмом. Ведь туда же невозможно занести много предметов, которые тебе нужны. То есть мы одетыми спим, мы едим, например, одни крекеры, мы ходим на ледник для того, чтобы найти там воду и растопить ее для того, чтобы пить эту воду. И ее нужно постоянно греть, потому что минусы, она, естественно, замерзает, она превращается снова в лед. И условия очень плохие, плюс высота действует определенным образом, плюс для женщин могут происходить серьезные гормональные сбои, когда мы делаем вот такую тяжелую физическую работу, вырабатывается повышенное количество тестостерона, это может сказываться определенным образом на здоровье, на внешности и так далее. И организм сам забирает, он компенсирует, он постоянно спит и ест. Я потеряла 6 килограмм за 2 недели, но набрала первые 3 достаточно быстро в первые дни, потому что организм просто сам забирал то, что у него отняли.
Кажуть, у горах та взагалі в житті без надійного друга просто неможливо. Чи вам часто в житті доводиться покладатися на допомогу друзів, чи, можливо, частіше по допомогу звертаються до вас? Без помощи, я всегда говорю эту фразу, без помощи людей, которые нас понимают и поддерживают, невозможно сделать вообще ничего. Вот это, знаете, свершение в одиночку, это не всегда не так. Даже если ты что-то физически делаешь один, ты на расстоянии чувствуешь поддержку. Я такую поддержку получила от людей, для меня это было открытие. Я не думаю, на самом деле, никогда... Ну, прям, что я вот что-то такое. Понятно, что не одна я делаю такие вещи. Много других людей, много людей, которые ходят выше меня, делают более значительные вещи, более крутые и смелые. Но я получила такую поддержку, особенно от женщин. От женщин она особенно ценная. А вот что касается непосредственно пребывания в горах, с командой нас было 5 человек, 2 женщины и 3 мужчин. И... Ну, поверьте, когда я пришла после штурма и легла в палатке, вот одетая во всем, в чем я была, с меня снимали одежду, потому что это очень много слоев, и хотя бы, не хотя бы, а верхние слои нужно снять, в нижних остаться, конечно, потому что мы все еще ночуем на высоте после восхождения. И если бы не люди, которые там протягивали воду, которые давали чай, те, кто перенес это восхождение несколько легче, чем я, и у них все еще оставались силы. Без этого я вообще, я 100% без Бори Шульмана, который мой вечный партнер в горах, вот кроме Монблана, он на Килиманджаро поднимался со мной, я вообще не знаю, что я без него бы сделала. Чи є непідкорені висоти для вас у спорті? Чи залишилися ще такі? Я не рассматриваю их такими, потому что, знаете, у каждого из нас своя высота, у каждого человека в жизни своя вершина. Это не значит, что если, например, я начала бегать, понятное дело, я никогда, как Элиуд Кипчоги, не пробегу марафон там, за 2 часа или не выйду из 2 часов, как он сделал несколько месяцев назад. Конечно, я знаю свои пределы. Не знаю своих пределов для человека – это дурость, которая может завести, ну, в очень плохие ситуации. Вот, кстати, в альпинизме это один из ключевых моментов – уметь повернуть вовремя назад, уметь оценить свои возможности, понять, что они не соответствуют вершине. И, знаете, я не помню, кто из великих альпинистов это сказал, и не отвечаю за точность фразы, но кто-то сказал, что нет ни одной вершины в мире, которая бы стоила жизни человека. Поэтому я знаю свои пределы. Я знаю, что я не пробегу марафон никогда, там, даже не выйду из 4 часов на 42 километр. Я знаю свои пределы, и я не хочу рвать свое здоровье и пытаться биться головой об стену. Поэтому есть другие моменты, сферы, так что... Ваш чоловік Борис Філатов дуже переживав, коли ви не вийшли на зв'язок. Він написав такий пост у Фейсбук. То ви очікували, що буде така від нього реакція, що він буде так переживати? І взагалі, чи підтримує він ваші ініціативи? Я, звісно, не ожидала, що і для мене було відкриттям, оскільки решение уходить на высоту, когда мы увидели, что открывается погодное окно, мы все рассчитали. И мы 15 февраля приняли это решение, что 16 утром мы уйдем в первый высотный лагерь. Конечно же, я сообщила ему об этом и предупредила, что со мной связи не будет 5 дней. Я думаю, что вот это сыграло ключевую роль, потому что так как мы попали в бурю, у нас не получилось подняться 20-го. Февраля, как мы это планировали, и получилось 21-го. Потом 21-го, понятно, мы спустились в рабочий лагерь высотный, и только на следующий день, 22 февраля, мы были в базовом лагере на высоте 4300 метров, где уже и был, хоть слабый, но интернет все-таки был. Я, конечно, не ожидала такой реакции, но когда мы попали в эту бурю, я сидела в палатке, которая тряслась от ветра, вот-вот, я
понимала, что в любой момент она может улететь в пропасть, поскольку одна палатка у нас таки улетела, правда, пустая, там, понятно, не было людей, не было никаких предметов, может, потому она и улетела, собственно говоря. И вот, сидя в этой палатке, я четко ощутила страх родных за меня. И я поняла, и я даже подумала, что же я делаю, как же я их пугаю. Пожалуй, только моя дочь чуточку меньше переживает, потому что все-таки у нее есть небольшой опыт в горах, и она понимает, что там происходит, как мы там живем, что там нет связи. Насичений графік такий у вашого чоловіка. Коли знаходите час для родини? Чи взагалі є він? К сожалению, очень мало, правда, очень мало. Вот почему мы с таким восторгом используем возможность хотя бы коротко путешествовать. Раньше мы намного чаще это делали. Я имею в виду вместе путешествовать. Конечно, я, когда я вот была сейчас в горах, конечно, я не упустила возможность там посмотреть немножко и Буэнос-Айрес. Но вот мы пытаемся, мы используем любую возможность побыть вместе. И, конечно, мы говорим о тех временах, когда жизнь будет немного спокойней, и мы сможем сделать все то, что мы не осуществили за эти годы. У нас же ведь другие планы были на жизнь несколько лет назад, совсем другие планы. Но вот сейчас они остановились в осуществлении. Но я все равно благодарна этому периоду, благодарна этому времени, потому что, наверное, если бы я не потеряла мужа дома, когда да, он много работал, возможно, я и не вышла бы из дома. И не вышла бы на публику и не стала бы делать то, что я делаю сейчас. Який найбільш цінний подарунок у житті ви отримували? І, можливо, є якась мрія, яка ще не збулася, і вона б її реалізація для вас була б подарунком? Я считаю, что самый настоящий мой подарок, кроме самой жизни, если не говорить, да, о жизни, это люди, которые меня окружают. Я не знаю, как сейчас в наше действительно сложное время, в социальном плане очень сложное, очень стрессовое время. Люди жалуются на собственное неверие в любовь, в дружбу. А я, вы знаете, я верю даже в связи в соцсетях. Я сумела... Это, естественно, не только моя заслуга, это обоюдная заслуга. Но я сумела сформировать возле себя сообщество, которое понимает меня с полуслова, поддерживает меня. И я, правда, иногда думаю, что в каких-то аспектах я не могу остановиться, потому что это многим нужно. Я не могу остановиться, например, ходить на такие интервью, потому что я делаю это не ради того, чтобы сидеть в телевизоре на экране или в соцсетях и где-то еще красоваться. Я знаю, что такие примеры вдохновляют. Я знаю, что есть кто-то, кто слабее меня. Я знаю, что есть очень много людей, которые находятся на пороге принятия важных решений в своей жизни. Вот, ну, не хватает какого-то толчка, не хватает какого-то примера. Ко мне очень часто подходят женщины на беговых мероприятиях и говорят: «Я это делаю, потому что когда-то я увидела, что это делаете вы». И много, особенно общественных каких-то моментов, которые забирают очень много времени, честно, не приносят никаких денег, что-то забирают, вот энергию забирают, частичку души забирают, ее же нужно отдавать. Но я не хочу з цим розстатися, тому що я знаю, що це потрібно дуже багатьом людям. Дуже дякую за таку щиру та змістовну бесіду про звичайні людські стосунки, про силу духу та силу волі. Сьогодні ми говорили з президенткою обласної федерації легкої атлетики, альпіністкою та бізнесвумен Мариною Філатовою.